Здравствуйте, меня зовут Беляков Дмитрий, я из города Москвы. Я тоже про любовь буду петь. Но перед песней два эпиграфа. Один народный. Любовь зла. Любовь зла. Второй эпиграф замечательный, замечательного автора, тоже из Москвы, Татьяны Дрыгиной. Я посадила розочки в саду. Я их пою, кормлю и одеваю. И радуюсь посильному труду. А гусениц зеленых убиваю. А если бы я гусениц любила, я б ни одной тогда не погубила. Я поливала бы гусениц водой, а розочки считала бы едой. Становишься похожей на дебила, как только ты кого-то полюбила. Владимир Васильев. С берега на берег переброшенный мосток, шесть сосновых жердочек, 25 досок. Шесть сосновых жердочек, 25 досок. Ходит мой миллёночек с пятки на носок. На щеках миллёночка алая заря. У него заложена левая ноздря. У него заложена левая ноздря. Но платок батистовый носит он не зря. Сделает миллёночек очень строгий вид. Шмырганет в платочек он, а будто протрубит. Шмырганет в платочек он, а будто протрубит. Это инфлюенция, да важно говорит. И на звук миллёночка с дальнего леска по сигналу ложному двинулись войска. По сигналу ложному супостатов бить. Вот что инфлюенция может натворить. Выиграли в баталию, кончилась война. Дали всем медали, а миллионку ни хрена. Дали всем медали, а миллионку хоть бахны. Лучше быть соплим, лишь бы не было войны. Сейчас много говорят о патриотизме. С одной стороны, с другой стороны, с третьей, из радио, из телевизора, с одного канала, с другого. Но я ни разу не слышал, чтобы о патриотизме говорили с кулинарной точки зрения. Поэтому песня про варенье. Стихи Инны Кабыш, музыка Лидии Чинарёвой. Собирается с мужем, уж тот не намерен, конечно, с любовником тайно бежать. Иначе зачем тратить сахар? И так ведь с любовником сладко. К тому же в дому его тесно и негде варенье держать. Иначе зачем тратить сахар? Сладко, к тому же в дому его тесно, и негде варенье держать. Кто варит варенье в июле, тот жить собирается долго. Во всяком уж случае зиму намерен перезимовать. Иначе зачем ему это? И ведь не из чувства же долга он гробит короткое лето на то, чтобы пенки снимать. Иначе зачем ему это? И ведь не из чувства же долга он гробит короткое лето
венки снимать. Кто варит варенье в июле в чаду на расплавленной кухне, уж тот не уедет на запад и в Штаты не купит билет. Он будет по мерзлым сугробам ползти на смородины и запах. Кто варит варенье в России, тот знает, что выхода нет. Тот будет по мерзлым сугробам ползти на смородины и запах. Кто варит варенье в России, тот знает, что выхода нет. Спасибо вам большое. Я так понял, что наш концерт окончен. Спасибо вам, очень классные зрители.